Добрый день! С вами дистрибьютор Таповая города Днепр Инголова Лариса. Сегодня мы готовим курицу в кастрюле Ультрапро объем 3,5 литра. Кастрюля Ультрапро – очень удобное изделие, изготовлено из жидкокристаллического полимера. Выдерживает температуру минус 25 плюс 250 градусов. Это изделие можно использовать в духовке, в микроволновке, а также можно замораживать продукты. Это изделие одно из самых продаваемых во всем мире, потому что действительно оно того заслуживает. Изделие легкое, удобное. Его можно мыть в посудомоечной машине. Благодаря элегантному дизайну это изделие можно использовать не только для приготовления, а также можно сервировать на столе. Приготовить можно голубцы, можно приготовить рыбу, выпечку, ну а также можно запекать курицу и различные овощи. Крышку можно использовать, поменяв местами с основанием. И тогда более крупную птицу вы можете приготовить вот таким образом. На основании имеются небольшие отверстия. И тогда, когда вы готовите в духовке, накрыв крышкой мясо или курицу, не происходит эффекта отпаривания, и у вас получается запеченное мясо с красивой румяной корочкой. Начнем приготовление. Для этого нам нужно предварительно курицу замариновать. Замаринуем мы ее в кисло-сладком соусе, который приготовим прямо сейчас. Это 1 чайная ложка растительного масла, 1 чайная ложка горчицы, 1 чайная ложка лимонного сока и 1 чайная ложка меда. Сок мы отожмем при помощи соковыжималки для цитрусовых из набора поваренных. Достанем половинку лимона и отожмем на поваренке. Отправляем в наш маринад 1 чайную ложку лимонного сока и добавляем жидкий мед. Все это мы смешиваем. Курицу желательно отправить для маринования либо в холодильник, либо оставить на столе хотя бы на 1 час. Можно приготовить их на ночь. И затем нам нужно курицу посолить, поперчить и обжать немножечко чесночка. Чесночок мы отожмем при помощи чудо-чесночницы, которую можно сейчас купить по очень привлекательной цене в программе «Апреля». Сначала нам нужно рассоединить на зубки головку чеснока. Легко это сделать вот таким вот образом. Отправляем наш маринад, смазываем силиконовой кисточкой курицу и оставляем на 1 час. И осталось нам поперчить при помощи мельницы Allegro. Курицу накрываем герметичной крышкой и отправляем на 1 час. Изделие состоит из основания объем 3,5 литра, а также крышки объем 800 мл. Легкий материал из жидкокристаллического полимера, температурный диапазон использования которого составляет от минус 25 до плюс 250 градусов, что позволяет использовать изделие в морозильной камере, в духовке электрической и газовой, а также в печи СВЧ. Выступающие края крышки облегчают ее открывание, а широкие ручки позволяют удобно брать и доставать из духовки. Только не забывайте, что открывать крышку нужно от себя, а также используйте силиконовые варежки таповые. Кастрюля Ультрапро, крышка предотвращает разбрызгивание во время приготовления пищи и запирает запахи. Поэтому у вас не будет жирных пятен ни в духовке, ни в печи на свече. В кастрюле можно готовить различные блюда. Запекать мясо, готовить выпечку, готовить борщ, готовить даже борщ одновременно с пампушками. Для этого в основании мы готовим борщ, а сверху выкладываем пампушки. И у нас экономия времени, экономия электроэнергии или газа. А также можно использовать изделие, перевернув крышку, поменяв местами с основанием. И тогда у вас будет готовиться, ну, например, птица более крупного объема. Одно из основных преимуществ этого изделия, что мы можем готовить без приготовления масел, жиров, то есть здоровую пищу.
Заказать это изделие вы сможете по телефону или по вайберу, а также более подробное описание изделия вы увидите на нашем сайте tapv.dnepr.com. Наша курица готова, и нам осталось ее достать из ультрапро, выложить на тарелку и порезать. Получилась замечательная курочка. Разрежем мы ее при помощи ножниц ТАПВ. Курица такая мягкая, сочная.